такая вот почвообработка после топ-дауна. Но рапид с ней легко справляется. Есть. Бывает и погрубее, когда почва сухая, совсем сухая. Осенью. То есть бывают провалы, бывают ямы вот такого плана. Но посеял крапит в этом плане. Хорошо справляется с посевом. Сыровато немного, но ждать уже нечего. Календарные сроки ушли. Но относительно все хорошо.